розочка из селекции Тантау 2008 года, произведена Coffee Break называется. Цвет тоже у нее необычный, такой оранжевый снаружи, терракотовый, кирпичный, не знаю, кофейный может быть. Внутри цвет великолепный, необычно. Вот они в бутончиках, вот такие вот выглядят. Цветет такими, вот это чайно-гибридная роза, но цветет как флорибунда, где-то по 6-7 цветов. Можно использовать как среза, вот только обламывать надо эти детки, тогда будет один бутон. Вот. Это вот Coffee Break. Coffee Break.